мальчик тяжело болел. Много ночей просидела мать по его кровати, моля Бога о помощи. В одной из самых страшных ночей послышался шелест крыльев ангела смерти. «Не забирай моего сына!» — воскликнула мать. «Мой мальчик еще не вырос, не познал самого главного — любви!» «На небесах посидит все лучшее, что есть на земле!» — прошелестел ангел. «Но что он принесет с собой? Позволь ему набрать хотя бы несколько капель любви, и я отпущу его на небо!» «Хорошо, пусть будет так, как ты просишь!» Когда он наполнит этот наперсток каплями любви, я прилечу за ним снова. Произнес ангел и положил перед матерью золотой наперсток. Когда мальчик выздоровел, мать все рассказала сыну и попросила. Помни, сынок, о нашем уговоре и не торопись любить. Но разве сердцу прикажешь? Сердце мальчика умело любить, и он с щедростью отдавал этот дар близким. Мать с тревогой ждала, когда наперсток наполнится. Прошли годы, мальчик вырос. Он любил свою семью, свою работу и друзей. Он с нежностью заботился о матери и отце, а наперсток так и не наполнился. Мать снова увидела ангела смерти, только когда сама поднялась на небо. «Ты перехитрила меня, мать!» Засмеялся ангел. «Ни один сосуд не вмещает в себя больше своего объема, но сосуд любви бездонный.